Чё надо? Милки, у тебя сейчас башка сломается, если так будешь ей крутить туда-сюда. Да успокойся ты! Памперсы поменять? Кушать хочешь? Мелкий, живот болит, я не знаю, что с тобой не так. Да что, я не понимаю, что ты крутишься, что ты вертишься? Аллергия какая-то началась. Ладно, ты думаешь, что я дурак? Ты думаешь, что я дурак, то, что я не понимаю, что ты хочешь? Ты сейчас спрашиваешь меня, почему я отказался от мэра, почему я сейчас отказываюсь от мэра? Ну, и вы меня спрашивали в предыдущей серии, мол, Эдисон, ты что, дурак, почему ты отказываешься от должности мэра? Это самое... Да я мандал эту должность мэра во все дыры, которые только существуют. Не хочу я быть мэром, мелкий, отстань от меня. Да, я понимаю то, что мы долго шли к этой цели, но... Я сейчас объясню тебе, почему, и тебе объясню, почему, и всем объясню, почему мне не стоит быть мэром. Я же не дурак! Мамка меня вроде не дураком родила, не дураком, поэтому... У меня все продумано наперед! Наперед все продумано. В общем, пошли, мелкий, давай. Все, успокойся. Все будет хорошо, все будет хорошо. Убери рогатку! Я тебе ничего не сделал! Почему ты мне угрожаешь? Пошли. Да, я знаю, все сейчас немножко в шоках просто пребывают, типа, что, мол, я там делаю, да? Ну, короче, ребят, поймите меня правильно. Я всегда... Бабзин, успокойтесь, я сейчас все объясню. У нас здесь есть два очумительно просто, чудесно, невероятно фантастических претендента. Что вот этот Арсений Гонщик, что Бомжара? Подожди, а где Костя? Облюет, да, наверное, там опять. Ну, Костя же у нас любит вот это последнее время, поэтому его опять там стошнил. Ну и Костя, уже как бы не участвует, да, у Кости там свои проблемы. Я поддерживал этот город с самого начала, как только я сюда переехал. И вы знаете то, что каждый из вас, и Баба Зина с Геннадием Петровичем, и все, кто сейчас здесь находится, и Арсений Гонщик, и Мелкий, и все ставили меня как семьей. Вы это знаете. Но должность мэра, это не мое. Поймите меня правильно, у меня есть много других дел. Мне нужно следить за этим городом, у меня куча бизнесов. Мелкий как-никак! Мне все подписчики, прикиньте, говорят, чтобы я его усыновил. И что, реально думаете, что мне стоит его усыновить? Тогда еще больше проблем на задницу навалится. Ютуб-канал. Я единственный ютубер в этом городе. Мне нужно просто поддерживать свой статус. Менеджер! Он вернется! А когда он вернется, мне нужно оставаться в тени. Вы это должны понять. Я отказываюсь от мэра. Я полностью снимаю с себя все полномочия, и с этого момента я больше не являюсь мэром. Все, вот просто не являюсь мэром. Но, если думаете то, что я вас оставлю на произвол судьбы, вы ошибаетесь. Бомжара, подойди сюда. Ближе подойди. Да не беспредел, Бабзин, сейчас подожди. Выкинь бухло. Да подожди, не все так плохо еще в жизни, выкинь. Хватит уже наяривать. Выкинь! Да не это, что ты меня обманываешь, это кока-кола какая-то, выкинь вот это, что у тебя в руках, выкинь. Бабзин, не стоит портить жизнь алкоголя, вот не стоит. Бомжара, разрешите представить. Самец, альфа, омега, тёлочки по нему сохнут. Воняет, конечно, как протухший грейпфрут, но он помоется, он пообещал. Ты, бомжара, ты, я тебе тоже еще не говорил, это сюрприз для всех. Я... полностью передаю свои полномочия мэра и все, что, в принципе, там только можно, да, там мэр следит за городом и прочее, этому молодому человеку. Бомжаре. Какой из него мэр? В смысле, какой из него мэр? Бабзин, он будет лучшим мэром. Лучшим мэром. Вы меня спросите, почему не Арсений Гонщик? Вы что, реально? Это же Арсений Гонщик. Он-то в одном слове по 10 ошибок допускает. В слове «привет» 6 букв, а он в этом слове 10 ошибок может допустить. Вот и вы меня спрашиваете, как так? Вот и я не знаю. Арсений Гонщик? Нет. Костя. Да, вот именно! Да, тем более он мухлевал, он подтасовал все бюллетени, он подтасовал все голоса. Вы спросите, почему не Костя? Да потому что он алкаш. Алкаш? Спился? Вышел? Все? Я за ним не уследил, нужно будет Костю кодировать, или там повести в клуб анонимных алкоголиков. Я не знаю, с Костей я сам разберусь. Я сказал. Я благодарен каждому, кто за меня голосовал, вы просто себе не можете представить. И вы, и подписчики, просто вы все были за то, чтобы я был мэром. Вы себе не представляете, как я вам благодарен, но нет.
бомжара. Как я уже сказал, альфа-самец. Мужик в полном расцвете своих сил. Воняет, как скотина, конечно, но, как я уже сказал, он помоется. Он вырос в бедной семье. Он жил в недостатке. Он не зажрется. Он не станет ЧСВ. Не, конечно, если он зажрется все же в итоге и станет ЧСВ, я его так шандарахну с вот этой, где моя снайперка, со снайперки своей. Поэтому, ну, лучше посмотри в прицел и лучше, да, лучше не надо, зажираться. Он умеет ценить свободу, он умеет ценить людей, он умеет ценить деньги. Свободный бомжара, свободный город, свободные люди и город в расцвете всех сил. Да, примите, пожалуйста, его любя. Хороший человек, я за него ручаюсь. Если он натворит какую-то фигню, сразу бегите ко мне домой и жалуйтесь на этого дебила. Ну, если он этим дебилом станет. Бомжара. Я... Ищи Арсения! Скотина! Арсений, мы тебя окружили! Все, мелкий, успокойся! Прицелься! Арсений, ни шагу! Стой на месте! Подлюка ты такая! Быстро сюда! Быстро за мной! Руки за спину, руки вверх! Сюда! Передо мной! Если ты хоть на сантиметр... Бабзин, я сказал скорую помощь вызывать, дуримонда, бомжаре плохо! Если ты хотя бы на сантиметр от нас уйдешь, я сразу черепушку тебе прострелю! Быстро! Быстро! Быстро вперед пошел! Быстро, медленно вперед! Давай, слушай, это ж это... Ах ты завистливый кусок маминого сгнившего пирога! А если по-грубому выражаться? Говно ты протухшее! Это... Он кокнул бомжару! Он мэра нашего... Быстро туда, быстро к бабе Зине! Быстро! Я сказал... Давай. А хотя нет, знаешь, куда мы тебя сразу отправим? Внутрь заходи. Мелкий, не спускай его с прицела. Бомжара, живи! Налево. Мы там не успели еще построить камеру, да, для осужденных. Быстро сюда! Быстро забрался, быстро в камеру. Бронированные окна, клетка. С нее ты вообще никак не выйдешь. Ни сверху, ни снизу. Вот и все, пописяка ты. Ага, нет, давай, Арин, это как? Мелкий, я за себя не ручаюсь, держите меня, семеро! Я за себя не ручаюсь, ты маньяк! Это ты маньяк, Арсений Гонщик, ты бомжару грохнул! Да, успокойся, Мелкий, мы-то тебе все доверились! Завистливый, алчный! Фух, ничего, я сейчас успокоюсь. Завтра пойду, ты-то сейчас в клетке находишься, а магазин твой, точнее, автосалон твой там, вот прикинь, завтра, с утра, весь город будет спать, а я не буду спать. Все еще будут видеть сны, а я буду видеть, как горят все твои машины и горит весь твой магазин. Я это завтра устрою, не трагай, это я тебя сейчас трагну, так? Ну, в смысле... Я тебя трагну сейчас. Писать научись, дебила, кусок. Пошли мне. Трогай. Слова себе купи, дебил. Мелкий. Быстро к бомжаре. Давай сюда. Бомжара, миленький мой. Бомжа. Стонет. Это шок. Я не знаю. Побыл бомжара новым мэром, в течение минуток двух кокнули бомжару. Бомжара, вызовите кто-то скорую, морг, ритуальные услуги, что вы все смотрите, дебилы? Бомжара, это уже привидение или мне как... Ожил. Он жив? Да, он жив, Арсений Гонщик, прикинь! Бомжар, это в смысле, иди сюда, быстро! Иди сюда!
Это как? Зайди внутрь, зайди внутрь! Это как? Идите сюда, быстро внутрь, все внутрь! Как ты ожил? В тебя Арсений Гонщик выставил несколько раз. Мелкий, посмотри, нужно его осмотреть, кровь где-то течет. Где-то полгода назад я нашел эту шавуху. Как ты? Все, крыша поехала, просто кочерыжка потекла куда-то там, тю-тю, чердак протек. Положил во внутренний карман. Она засохла. Чё ты несёшь? Я забыл её сожрать. Шавуха. Чё? Она спасла мне жизнь. Ты нашёл шавуху полгода назад, положил её во внутренний карман, забыл её сожрать, она там за полгода засохла, превратилась просто в кирпич. Арсений Гонщик выстрелил, попал в шавуху, а шавуха-то твёрдая. Пуля в ней застряла. Слышь ты, пописяка навозная. Ты смотри, бомжара жидкий. Ты знаешь, кто... Я в шоке. Ты прикинь, его шавуха спасла. Засохшая шавуха. Ты пулей попал в засохшую шавуху. Ну, знаешь... Мне кажется, если бы на номинациях Оскар вручали за самую лохопудовскую роль на этой планете, за самого большого неудачника, этот Оскар 100% бы ты получил, Арсений Гонщик. А сейчас ты будешь здесь гнить до конца серии. Или же мы тебя отправим в тюрьму строгого режима, там, где сейчас сидит мэр. Прошлый мэр. Нет, мне поможет менеджер. А то ты на менеджера работаешь? Ты... Ну, конечно, на... Все, ты сейчас будешь сидеть здесь и гнить до конца дней. Пошли, пошли, все за мной, все за мной. Я эту шауху буду хранить вечно. Вот ты меня... Священная шауха, жизнь тебе спасла, прикинь. Я в шоке. Так, бомжара, все, подождите, идите на второй этаж, идите на второй этаж. Мелкий, иди за мной. Короче, празднуем, ребята, празднуем. Сегодняшний день, какой день сегодня? Короче, апрелька, апрель на улице. Весь апрель мы празднуем. Священная шавуха, новый праздник. И ты тоже можешь себе зачеркнуть там день в календаре. Сегодняшний день является священной шавухой. Мелкий, молодец, это вам. Это газированная яблочная водичка. Удачи. Расслабляйтесь, празднуйте, потому что новый мэр бомжара. Завтра будет новый день, и с завтрашнего дня город ютуберов начнет только процветать. Мелкий, за мной. Все, расходитесь по домам, уже поздно, ну или празднуйте. Мелкий, давай за мной, подожди, где вы? Что-то я не туда пошел. Сейчас на второй этаж нужно бомжаре быстренько объяснить, что и как. Иди сюда. Да вы-то здесь что бухаете, алло? Не, подождите, рано. Ты смотри. Да хватит уже бухать, да подождите, мы еще как бы даже не начали. Ты смотри, он уже себе стол, да, присмотрел. Стол себе присмотрел, сел уже здесь, ага. Какой молодец. Только подожди, бомжар, это мой компьютер, я его сюда принес, поэтому, ну, ты как бы извини, потом себе сам новый купишь. В общем, стол заседаний. Новый мэр. Подожди, а где Геннадий Петрович, где Костя? Вот еще их здесь не хватает. Ладно, потом придут. Костя в больнице. А, ну да, у него же там отравление. В общем, бомжара. Я надеюсь, мы все очень надеемся, что ты будешь хорошим мэром. Следи, пожалуйста, за городом. Знай, у тебя в планах больница, полицейский участок, пятерочка идрить, колотить, во всем городе ютуберов нет магазина. Ниоткуда даже продукты покупать. Беспредел. Заправку можешь построить. Все, что только угодно. И священную шавуху, я вообще тебе предлагаю ее куда-то в рамку поставить. Ну, можно в сейф, можно шаверму построить. Вот знаешь, прошлые мэры строили статую, ну, свою статую, да? А ты построишь статую шавухи. Вот, прикинь, огромная статуя шавухи. Вот когда менеджер вернется, офигеть. Кстати, да, менеджер вернется. Ты-то теперь мэр, не я. Поэтому, если у менеджера будут проблемы, все просто к тебе. Я-то тут ни при чем. Ладно, я шучу. С менеджером мы опять разберемся. Сейчас. Бомжара. Здесь у меня
4 стака золотых монет. 4 золотых слитка. Плюс к этому всему еще стак золотых монет здесь. Я его поставил в сейф. Все находится в сейфе. Это были не мои деньги. Это были деньги города. Наворованные деньги города от прошлого мэра. Вот. Не подумай то, что они твои стали. На эти деньги ты построишь все, что я тебе только что перечислил. Если у тебя появятся какие-то вопросы, ты знай, ты на нас можешь положиться. Вот. А город, я надеюсь, может на тебя положиться. Вот. Только помойся сначала. Воняешь просто неистово, ей-богу, я здесь уже сижу 5 минут, вот прям терплю, чтобы... Глаза сейчас реально просто слезятся, начнут от этой вони, которая здесь стоит. Бомжара, пожалуйста, купи себе, можешь взять из этих золотых монет себе там 10-15 золотых монет, сгонять к Михалычу, купи себе душ ради всего святого на этой планете. И святой шавухи. Все, бомжара, удачи, купи себе телефон, если что, мой номер я тебе потом дам, звони, разбирайся, ты мэр, поздравляем. Все, до свидания, все, пошли. Да, ставь ему там бутылочку. Сегодня все празднуем, завтра за работу. Шавуху храни, как своего сына, вот реально. Как будто это твой ребенок, храни шавуху. Я буду каждый день приходить и проверять. Все, пошли. Удачи, бомжара. Хороший человек. Скажу еще раз, воняет, правда, но это пройдет. Короче. Ты-то думал, что я лашпед? Я не лашпед. Ну, подождите. Я-то тоже заслужил. Мелкий заслужил. Баба Зина заслужила. Геннадий Петрович заслужил. Кость не заслужил, Костя алкаш. Я же ему не все деньги вернул. А, ну, кусочек. У меня дома валяется примерно еще... Ну, я не знаю, там... всего лишь несколько стаков золотых монет. Я предлагаю вам поделить. Как вы к этому относитесь? Да. Не, сейчас, конечно, кто-то может сказать, что, мол, Эдисон, ты что там, золотые монеты украл? А до этого, несколько серий назад, кто-то из вас писал, что, мол, Эдисон, ты дурак, забери себе все золотые монеты. Так вы определитесь, мне ли воровать, или отдавать эти золотые монеты. Я заслужил, спас город и прочее вот эту всю фигню. Как-никак, я тоже человек, у меня есть свои нужды, и бабки тоже нужны. Тем более, если дачу хотел построить, вот. Я вам предлагаю, прямо сейчас мы бежим ко мне домой. Ну, первый дом, там, где перчик. Тем более налоги на ресторан. Вот, тем более налоги на ресторан, как бы сейчас я уже опять должен платить налоги на ресторан, да, потому что, ну, уже мэр вернулся. Идем, делим бабки и... Ай! Вы себе не представляете, какую дискотеку мы с вами зашандарахаем завтра. Поэтому ставь лайкукусик, если хочешь продолжение. Я, мелкий папа Зина, да и в принципе все, кто живет в этом городе, тебе говорим огромное спасибо. Напиши в комментах, поздравь все же бомжару. Бомжар реально хороший человек. И подпишись на канал, чтобы не пропустить новую серию в жизни ютубера. Танцы-шманцы среди белого дня, празднуем новый мэр в городе. Спасибо всем огромное за просмотр, всем удачи и всем пока.